Привет, друзья! Сегодня уже улетаю в Германию, вот пакую вещи, к сожалению, мне ни хрена не влазит, у меня вот здесь велик лежит, где-то там далеко-далеко. Забил все 32 килограмма, которые положены, у меня 32 килограмма мой багаж, и еще 10 килограмм ручная кладь. Но ручную кладь у меня пойдет вот в штатив, потому что сюда он уже не влазит. Там фотик, документы накидаю, и все. Я не знаю, куда я вот это вот еще буду складывать. Ну, что-то сейчас буду придумывать. Сейчас вот собираю, заказал такси уже. И еду на вокзал, оттуда еду в Киев, 500 километров. И уже завтра с Киева лечу в Германию. Some put in work, never reaped any benefits. Both middle fingers up, pointed at the industry. Not yet, but when the cat's gone, you'll be missing me. Здрасте тебе, доберись нормально, все. Здравствуйте большое, все, увидимся в скайпе. Все, потому что сейчас не выпустит. Все, все нормально. Все, все давай, давай, удачи тебе. Друзья, короче, уже взлетаем, и он вышел. Перископ, прямой эфир показывает. Сейчас будем взлетать. Че ты, Жека, думаешь по поводу полета? Боишься? Че будешь делать, если самолет начнет падать? On my own, same road, ever known. Only child, wild pops, didn't cry, born alone. 12, 10, 7, 6, flow, heaven sent. 1990, call them evidence. They hear one rhyme and one line's flow. Call it medicine, never been the same ever since. I'm a man, got bills, dead presidents. Coincidentally, what I love pays rent. Coincidentally, I'm on top of my game. More I think, the more ink sinks to my... Приехала за нами таксишка большая с большим багажником. Сейчас будем ехать в гостиницу. Блин, такое ощущение, что реально не уезжал никуда. О, чистенькая, красивенькая. Моя родимая, даже перестановку никто не сделал. Все как оставил. Так и осталось. Дала меня 4 месяца. И постель мне новую чистенькую. Перестелили мой диван. Сейчас пойдем в комнату Димона. У него там склад был. И будем забирать все, что понаоставляли в прошлом году. Всю нашу мебель. Мой шкаф родной. Мой стул с компьютером. С монитором. Штативчик. Да, вообще все на месте. Осталось. А ну, пацаны, дорогу. Все, заселились, перетащил шмотки, которые я оставлял в прошлом году. И сейчас мне нужно все это разлаживать, доставать. Наводить, короче, порядок, но делать это еще с тем учетом, что где-то у меня будет висеть здесь хромакей, я буду здесь делать небольшую студию. Так что нужно сейчас все это расставлять и наводить порядок. Сижу, собираю шмотки, и вон пацаны ко мне в гости прилетели со своим квадриком. Более-менее все поубирал, послаживал. Осталось вот только велик собрать. И вот я решил вот здесь вешать хромакей, здесь у меня будет небольшая студия. Собрал квадрик, летает. Денчик, расскажи, кстати, по поводу твоего квадрокоптера. Короче, Денчик этой зимой купил себе квадрик и GoPro. Какая у тебя GoPro была? Четвертая. Ну и что, расскажи, как это все произошло. Было хорошо, была очень летная погода, сон. Решил снять речку. Ну, снял, подул сильный ветер, улетел и упал в воду. Короче, Денчик зимой утопил четвертую GoPro, а Black была или Кира? А, Session. Session, GoPro и квадрокоптер. И сколько где-то это все стоило? Такой. Вот такой же, да, квадрик? Да, 300 евро и GoPro. Ну, а, вместе с GoPro? Да, GoPro 200 евро. Правда. Ну ладно, тогда еще ты и малой кровью отделал. Там еще у нас ребятки подъехали, сейчас будем встречать. Так, вам сразу же пойдем. Да ладно, ладно.
Пацанам открыть можно, привет, чувак, конечно. Здорово, а чё как добрались? Толян, ты чё-то невесёлый, привет, чё? Ты с***л тебя самолёт. Привет, привет, привет. Как вы долетели? Взаимно, да. Привет, Щеляв. Сегодня у нас первый рабочий день, так что гоним сейчас с Игорем Виденчиком на работу. Завтра еще приедет Димон. Ну а сегодня будем кататься втроем. Нам сказали, что у нас в этом году отдельная гримерка будет. Раньше мы были... Вы миксеры в этом году шикуют, вообще! А это было мое место в прошлом году, и здесь я полку цеплял, поэтому... Поэтому полка возвращается домой. Что это, датчик для селфи? Да, для селфи. А вот, собственно, парк, в котором мы работать будем, будем кататься с Денчиком. Но, кстати, Дэн, надо будет в Перископ выйти прямо в эфире. На это самое, на аттракционе. Так что, ребят, подписывайтесь на Перископ, будем нам трансляцию вести. О, мои хорошие. Нам выдали маечки, кроссовочки. У кого с прошлого года остались. В принципе, если кто-то не хочет кататься в старой одежде, не могут купить новое. Но так как мы уже прикатались с Денчиком, с нашим кроссовком, будем кататься в старых. Нам тут уже с пацанами бабла насыпали. На обеды дали. Сколько там, Денчик? 62.50 дали. Нам выделяют деньги на обеды. И вот мы их можем тратить здесь в столовой местной, в которую сейчас пойдем. А можем сами себе готовить, приносить саму хапку. Пойдем жевать. И экономить бабло. Денчик только что вместо конверта, в котором лежали деньги в мусорку выкинул. 60 евро. Случайно, я просто перепутал. 60 евро. Это чья-то зарплата. А прикинь, да, кто-то заходит такой. О, бабки. Чего, блядь? Там вроде как Леха с Гордеем уже приехали. Сейчас посмотрим. Че, есть они там? Да, там... Пацаны! Здорово. Привет. Здорово. Все, идем, я тебе все покажу. Сейчас будешь место выбирать. Поздравляю, владелец. О, Леха. Здорово. Привет. Здорово. Что там? За зиму защита сгнила. Это пи***ло. Да. А что, стой, дай, надо крючком. Не трогай, блядь. Не, перчатки. Да пацаны, тут, короче, постирать. Подожди, не плачь. Ехать домой в багажнике буду. Нам выделили денег, чтобы мы поехали обновили свои перчатки, кроссовки и так далее. У кого что там потерлось, порвалось. Мне принудительно дали денег, сказали купи кроссовки, хотя мои практически целые. Сейчас поехали покупать все это дело. People Story при покупке любого товара дает бесплатно монстр. По одной банке можешь брать. А здесь что-то типа распродажа, вот куча всего лежит. Распродажа по скидкам почти от 10 евро, а вода. Ну а кстати, цены, если сравнивать с нашими в Украине, то здесь намного все дороже. Игорь, ты какой монстр? Есть оранжевый и... И все, и желтый. Оранжевый и желтый. Вредности набрали. Потом, печень. Приехали в другое место, здесь дёрты, скейт-парк и магазин, нам нужно купить. Докупить то, чего не было в People Story. Скажу дёртик, я правда их сам еще не видел. Залезем? Залезем, давай! Блин, круто было здесь покататься в этом году. Да, ну, авось получится. А вот здесь вот такой вот большой трансфер на 90 градусов. Прошли в парк, все-таки он оказался открытым, нужно было чуть подождать. Здесь сразу же магазин, я вам прямую трансляцию в Перископ веду, так что подписывайтесь параллельно на мой Перископ. Первый раз в этом скейт-парке, хотя в прошлый год весь здесь прожил, но ни разу сюда не ездил.
Друзья, если вам нравится видео, которое я снимаю, делитесь с ним в социальных сетях, это очень сильно помогает развитию проекта. Также не забываем ставить лайки и подписываться на канал. С вами был Дима Ястреб. Всем удачи и пока. Coincidentally, I'm on top of my game. More I think, the more ink sinks to my page. And it's a new day, so I expect the worst. Don't quite need the vest, still watch for strays. What's it come to? What else to say?